I went on nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. I felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Эй, ребята, всем привет, добро пожаловать на канал GWR снова, и приглашаю вас продолжить наши приключения в мире The Medium с нашим прекрасным медиумом Марианной. Мы приехали сразу после звонка телефонного в офисе отца. Какую-то заброшенную гостиницу. А, чё это? Привет из Нивы. Ну-ка. Привет из Нивы. Тебе бы тут точно понравилось. Тут замечательная комната отдыха для детей, бесплатные уроки рисования, очень много семей и сама гостиная просто огромная. Никогда такого не видел. Жаль, что я далеко, скучаю. F в чатик, ребята. Чувством пользоваться не можем. Окей. Похоже на какую-то сторожевую комнату. Но я больше ничего полезного здесь не вижу. Давайте чекнем карту. Может быть, она не совсем угроханная. Она достаточно угроханная. Где мы находимся? Парковка, наверное, мы где-то здесь. Это совершенно мне не помогло. Я как будто ориентируюсь в Escape from Tarkov по карте. Front gate was locked up tight. I needed to find another way in. Ищем черный ход. Если камера переключилась, значит мы идем верной дорогой. А, мы можем перелезть через стену. И. Красота. We're gonna have to do better than that. Not a whole lot of people knew about Neva. It used to be a government-owned vacation resort. Until one day it just stopped. And so an urban legend was born. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses. You know, the usual. Красота. Текстурки и окружающий мир мне чем-то напоминает какую-то постапокалиптику, как в The Last of Us. Нравится? Нравится. Это же под деревом мина лежит. Противопехотная. Это же реально мина? А, не, мячик. Так, если здесь какие-то криповатые дети будут, я против. Мяч воображаемый был. Но нам хотя бы предоставили возможность бегать. О, следы. Детский след. Давайте попробуем пойти по следу. О, мы можем одновременно бегать. Дэйм, сэн. Так.
О, че там? Т плюс К, 1968. Немного странно, да, на свидание брать нож? Наверное, это немножко странно. Так, самую малость. Здесь еще один след руки. Не могу. Не могу его изучить. Окей, какая-то криповатая канализация. Следы вправо уходят. Здесь есть что-нибудь с этой стороны, может быть? Нет. Ну, я изо всех сил пытался. Может быть, все-таки... Нет. Там путь завален камнями, и... Делать там, конечно же, нечего. А, здесь дверь. Все написано? Внимание, реновация приостановлена в связи с планируемыми археологическими раскопками на месте обнаружения останков. Останков? Вот. Something happened here. What? Так вот эти арматурины, это, конечно, не очень безопасно. Паучье чутье. Я одновременно двумя управляю. Так, я чувствую, как мы безумно просели по FPS, потому что... Ну, две игры рендерить — это уже серьезно. О, здесь что-то есть. А если мы можем пройти в одном мире и во втором, это тоже срабатывает? Как оно работает? О, там лут! But even in the deepest darkness, light can linger. Что это? Fragile, waiting for someone to embrace it. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering the name of his beloved? Or maybe just glad to be done with this world? Я не понимаю. Я впитал энергию. Ну, правый Мариан и вот эти вот коросты на руке вроде бы светиться начали. Возможно, я зарядился какой-то энергией, и теперь я могу активировать щиток. Это так работает? Кстати, игра вроде раскачалась, не так сильно начала тормозить. Ну-ка. Накопить заряд для духовного взрыва. О, это сработало. Крутяк. Сфокусироваться на мире духов. А, мы еще можем переключаться между мирами. Сик. А с этой стороны что-нибудь было? Здесь явно что-то есть. О, что это? Какой-то рисунок? Новое знакомство. Окей. Это так странно. Ой, мы снова это... Завершили ситуацию с расслоением, с биполярочкой.
Чё-то холодно. Там, мне кажется, там как будто что-то есть. Я не могу пока повзаимодействовать. Детские следы все еще ведут нас куда-то. Давайте воспользуемся. Что это? А, это просто ветка так подсвечена. Что написано? Осторожно, огне опасно. Хорошо. Сейчас флешбеки, наверное, о детском пожаре. Что-нибудь такое будет. Я так радостно об этом сказал. На самом деле это ужасно. Так. О! О, черт! Его съели, очевидно. И употребили его кровь как томатный сок. Очевидно, здесь промышляют еще и вампиры. Но это же. Это же типа. Лесопосадка, да? В теории здесь нельзя заблудиться. Я пошел не в ту сторону, где следы, я знаю. Я думаю, здесь может быть какая-нибудь типа. Инфа дополнительная есть. Че это? Могила. Че? Я не могу с ней сейчас повзаимодействовать, но явно она тут неспроста. Там обезьянка внутри сидит, на которой, собственно, функционирует мой мозг. Смотри, вместо мозга у меня такая обезьянка сидит. Слишком сложно объяснил. Суть вы поняли. Че, это какое-то озеро? А, это гостиница. Мы теперь фул в потустороннем мире. А, нет. What the hell are you, Neva? The aura in that place. I've seen others like it, but never this intense. It was like a landfill of memories, emotions, and none of them good. Okay. К телефону? Оу, черт! Телефон воображаемый. А, нет, настоящий. Трубка срезана. О, чё это? I'm here. No, it's definitely something. Trust me, you made the right call sending me. Yes, it's only a matter of time. I'm here. No, it's definitely something. Trust me. Yeah. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words. Images, feelings left behind. Допустим, мы еще можем прослушивать воспоминания предметов в этой локации. Они настолько пропитались энергией. Anybody in there? Locked. Obviously. There's gotta be another way. Разбить стекло? Нет? Просто разбей стекло, Форхед. Нет? О, мы можем залезть наверх. Но туда необходимо что-нибудь подвинуть. Может быть, здесь... Я не думаю, что мы можем двигать ящик, но скамейку?
Нет, она не хочет двигать скамейку. Посмотрим с этой стороны. Может быть... Я бы попробовал скамейку на самом деле. Че это? Дом отдыха Нива 1969 года. Первый секретарь ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии Владислав Гамулько посетил Краков и принял участие в церемонии открытия Дома отдыха Нива, нового досугового центра, к 25-летию со дня основания Польской Народной Республики. Окей. Окей. Где-то должна быть... мусорка, которую мы... О, тачка! Мы можем подогнать туда тачку. Hey, old-timer. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Ой, как она мило разговаривает с машинками. Я... Bedroom, я тоже так с техникой разговариваю. Честная работа. Лето в самом разгаре. Дом отдыха забит до отказа. Сама понимаешь, работа у меня по горло. Но это хорошая и честная работа. Господин Рекович сказал, что я ценный сотрудник, представляешь? В этот раз я не подведу, обещаю тебе. F. Она на ходу? Окей, мы ограбим машинку? Отвертка! В смысле, not much? This could come in handy. Это же отвертка. Ow! О, черт. What the hell? Кто бибикает? Мы можем еще раз заглянуть внутрь? Там может быть here. Дух? Where was there? Тут какой-то след. Я не могу с ним повзаимодействовать. Пока. Может быть, когда-то смогу. Окей, у нас есть отвертка. Как это может помочь нам с открытием входной двери? Может быть, мы можем открутить петли? И снять дверь? Она так отреагировала на отвертку со словами... Ничего полезного. Как это нам поможет в жизни? О, что это? Новые горизонты. Программа «Энергия Буран». Новый советский космический корабль готовится к взлету. Портативные спутниковые телефоны? Будущее коммуникации? Окончательная победа над оспой. Главное медицинское достижение нашего века. Сик. И с этой стороны больше ничего. Бутылочка? Можем дернуть? Это усилит наше видение? Это помогало бате. Слишком жизненно, сори. Так, давайте посмотрим другую сторону парковки. И попробуем отверткой поковырять где-нибудь глубоко. А, ну, конечно, там две деревяхи, и через них нельзя пройти. Хотя буквально 3 минуты и 27 секунд назад она это сделала один раз. Но, видимо, это одноразовая процедура. И та же самая ситуация, не поверите. Из разряда... Помните Resident Evil? Дом. Семья, вот это какая, седьмая часть была? Шестая? Где в доме? Мэдхаус. И там, чтобы попасть в гараж, необходимо было открыть щиток электрический. Он был скотчем заклеен. И надпись о том, что я ничего не могу сделать, нужен нож, чтобы пройти дальше. Здесь кто-то действительно играл... В классике? Это классики называлось? Ну, ребят, здесь больше ничего. Да, и там щиток электрический, просто заклеенный куском скотча, и написано, ничего нельзя сделать, пока не найду нож. Абсолютно та же самая ситуация здесь. Бревно? Ну, похоже, что мои полномочия, как говорится, здесь все.
Может быть... Ну, это опять та же самая инфа. Я думал, может быть, что-то можно с телефонным аппаратом сделать. Может быть, там какие-то полезные детали можно позаимствовать временно. А с тачкой мы ничего не могли отверткой сделать? Не, вроде нет. И мы снова оказались... А, подожди. Дверь, которая открывается отверткой. Дэй. So began the great dumpster heist of 1999. Окей. Откуда внутри дерева? Ветки дерева, потолок целый. А? Ну, конечно, мы не можем здесь пройти, безусловно, но мы можем подвигать этот ящик. Давай, девочка. Let's go, girl. I'm starting to get tired of your shit, Neva. Эй. You better be worth it. Давай, 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 ты можешь. Еще чуть-чуть. Ехе, бой. Так, если она сейчас вскроется, а битое стекло и погибнет, будет неловко. Выбей остатки и потом лезь. Окей, окей. Почему они всегда в играх так опасно спрыгивают с возвышенности? Я бы максимально развернулся, пузякой приложился бы и на вытянутых руках спускался, чтобы высота спрыгивания была минимальная. Здесь явно кто-то тусил. О! О, господи! А можно не надо. So it's true. Резня в доме отдыха. I need to find this Thomas guy and get the hell out of here. Ребята. Что-то мне все меньше хочется. Я вижу впереди дверь, у меня такое чувство, что она закрыта. Или это какой-то шорткат? You there? А, я даже не могу с ней взаимодействовать сейчас. Справа ничего. Что-нибудь здесь? О, что-то лежит. Спринг. Весна, новости, информации, полезные советы для современной женщины. Колодцы предков? Новый детективный роман от Ионы Хмелевской. Эксперты отвечают на вопросы читателей. 10 техник шитья модных юбок. Это... достойно. О, карта. Карта заведения. Мы ее можем взять с собой? Мы здесь. 4 ресеп... 3 ресепшн, 4 лифты. А мы договорились, где встретиться. Я удивлен, что карта совершенно не испорчена. Даклинг. Утенок. Польские легенды. Вавельский дракон. Почему у меня выпадают зубы? Снова в школу. Загадки и кроссворды и многое другое. Сик. Карту мы, конечно же, взять не можем, да? Здравствуйте, ресепшн. Кто там? Ковальский Брунон, Смог Галина. Маурин Виктория, Железо Борис. А мы Томаса, да, ищем? Может быть, с этой стороны ресепшена что-нибудь есть? С дверьми я... С дверьми? Да. С дверьми я все еще не могу взаимодействовать.
Я не хочу идти туда, в коридор, где мерцает свет. Комната отдыха — самое безопасное место для ваших детей, Нива. Да, гостиница, где массовые убийства произошли. Да-да-да, лучшее место. Ресторан Нива, народный выбор. Если народ выбирает гибель, как можно винить? Родители с детства говорили, если все будут прыгать с крыши, присоединяйся. Это не призыв к действию, это рофл. Не забываем отдых на берегу озера. Вау. Сик. Я думал, что это кальянчик стоит. Повышение. Солнышко, я знаю, что обещал приехать, но тут такое дело. Представляешь, меня повысили. Да, да, ты все правильно прочла. Я теперь начальник отдела персонала. Кажется, теперь можно начать новую жизнь с чистого листа. Теперь у меня будет свой дом. Ну и у тебя, конечно, и у наших детей. Понимаю, это все очень неожиданно, но ты только представь себе, твой F. Поздравляю. С повышением. Звезда Большого театра Вивьен. Партийный дом отдыха Нива. Похоже, пришло время погибать. О, фонарик! Опять замок. Может, у тебя есть сила, типа, телекинетическая, притягивать фонари? Кто-то выглядывает. Hello? Томас! Thomas? Томас! Началось. Easy, Marianne. Да, да. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Да, calm да. Calm your ass down. Да. Answer the bell. Дом с привидением. Да, да, да. Сейчас радио заорет. Если это будет призрак маньяка, я заору. А я думал, это Томас с лестницы катится. Не бери. Я бы не брал. You startled me. I did, didn't I? You look real scared. I'm sadness. Marianne. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. But they're all gone now. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes! So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself.
Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, I'm Marianne! I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Some... Take your time. Oh, yeah. The second floor. We can look there. Come on. Hurry, oh, wait. I can't go that way. Damn. I need to get up there somehow. Печаль, значит. Ребят, я... Единственное, что могу сказать, большое спасибо за то, что присоединились к сегодняшней серии приключений в мире Зимедиум. Я постараюсь выкатывать по одной серии каждый день, и за ближайшие несколько, какое-то количество дней мы пройдем всю эту игрушку вместе с вами. А на сегодня с вами был Джонни, специально для канала Joywire. Не забывайте подписываться, вступать в всякие Discord-каналы, чтобы предлагать новые игры и все остальное. Больше контента впереди. Еще раз огромное спасибо за поддержку. Вы знаете фишку. Чтобы увидеть больше серий, ставьте больше лайков и пишите больше приятных комментариев. А увидимся совсем скоро. С вами был Джонни, специально для канала Joywire. Всего вам хорошего, ребята. Пока.